Привет всем! Сегодня вторая часть видео по скульптуре этой. Так, ну что ж, давайте приступим. Забыл я в прошлый раз еще что сделать. Выберем ее. Тап. Здесь маленькое углубление сделать. Так, тройка. Вот эти четыре полигона. Ctrl плюс на цифровой клавиатуре. И... ну, вот эти еще. Shift. Вот так вот. Давайте Insert. Маленько вот так вот. И утопим. Alt-Z, прозрачность. Побольше туда вот так утопим. В принципе, наверное, все. Еще можно вот эту еще, конечно, сдвинуть. Двойка. Вот эту двойка. Да нет, она вроде правильно стоит. Ладно, тогда оставим так. Вот здесь вот надо bevel сделать. Небольшой. Вот так вот. Все, оставим. Так. Приступаем дальше. Включим картинку. Alt-Z. У нас здесь есть пуговки. Их надо сразу сделать. Так, Tab. Добавим в сцену цилиндр. Делаем у него 8 граней. Или вершин, кому как угодно. Tab. S. R. На 90 градусов повернем. S. Еще S. Посмотрим, какие там пуговки. Подвинем сюда. S. Вот так вот где-нибудь. Я думаю, такая вот нормально пойдет. Так. Теперь картинку скроем. Выдвинем вперед. Alt-Z отключим. Так, теперь здесь двойка, ой, тройка. Выберем этот полигон и чуть двинем вперед. Еще раз и опять вперед. M. Коллапс. Так, здесь нам надо двойка. Вот эти вот полигончики. Ctrl-X. Отлично. Теперь порежем вот так вот. И вот так вот. Alt-Z. Вот эти полигоны. Нет, вот эти вот. S. Вот так сделаем поменьше. Поближе сюда. Ctrl плюс на цифровой клавиатуре. S. Вот так вот. Такую пуговку сделаем сейчас. Так. Alt-Z. Двойка. Вот этот люп возьмем. И вот этот. Сделаем bevel небольшой. Вот такой вот. Я думаю, достаточно будет. Так. Ну и здесь что тут? Тройка. И... М. Коллапс. Так, ну, в принципе, что еще? Двойка. Вот этот можно сделать. Что еще? Bevel. Вот такой. Все. Так, сразу же делаем развертку. Вот тут вот по этой по этому люпу. Правой клавишу мыши. Mark Sim. Здесь по этому. Хотя здесь не обязательно, здесь задняя часть тут и видно-то не будет. Так. Один. Alt-Z. Подвинем чуть-чуть вот сюда вот. Поближе. Вот так вот. Эту вот, вот сюда маленечко. Вот так. Так. Включим Subdivision. Такая пуговка у нас получается. Нормально. Потянет.
Выйдем из режима редактирования. Применим модификатор. Теперь Tab. Так, двойка. Лишние эджи можно убрать. Ctrl X. Здесь вот тоже у нас непонятно, что получилось. Ну, тут, ладно, бог с ним, пускай остается. Теперь А. И давайте вдавим в штаны эту пуговку. Вот так вот. Вид спереди. Р. Вот так маленечко. Так, включим картинку. Alt Z. Теперь Shift D. Сюда. Shift D. Сюда. Так, все, картинку выключаем. Смотрим, что у нас получилось со штанами. Так. Вот эту пуговку возьмем. L по нормалу. R. Вот так маленечко. Теперь эту. L. R. Так вот. И эту тоже. L и R. Так. И вид сверху. Снизу. Скорее всего. Так, кубик скроем пока. Base. И циркли тоже надо. Так. Вид сверху. Ну, тут плохо видно. Так. Маленько ее надо повернуть еще. Давайте вид сверху. Это что такое? Так. R. Так, маленько повернем. Задавим вот сюда вот. Так. Ну, вроде нормально. Так, потянем. Теперь Tab. Пуговки наши готовы. Так, сверим с картинкой. Alt Z. Ну, все, вроде на месте стоят. Пуговицы, я думаю. Давайте им сделаем развертку сразу. UV Editor. A. Unwrap. Хочу соединить их с циркли, так как материал у них один будет наложен. Мы сейчас возьмем все. Вот это A. S. Поменьше сделаем. Вот сюда вот отведем. S. Отлично. Теперь выйдем отсюда. Картинку скрою. Покажу кольцо. Так как у нас выбраны пуговки, щелкну по кольцу. Ctrl J. Объединяем их. Заходим в UV Editor. И вот наши пуговицы. Так, выделим их. S. Так, побольше. И поставим сейчас эту сюда. Эту вот сюда. Ну, еще будем присоединять еще что-то. Всегда можно уменьшить. Так, ну-ка. Сюда вот так вот. Эту сюда. Эту вот сюда. Эту сюда. Придется все-таки уменьшать. Так, ладно. S. Вот так вот потянет. Все. Все, выходим отсюда. Все, пуговицы с кольцом объединили. Нормально. Кольцо скрываем. Показываем нашу картинку. Теперь будем рисовать эту штанину. Так, ну, что тут? Добавим в цену опять кубик. Mesh. Куб. Tab. S. Сюда подведем. S. Так, оставим пока. Так, надо сразу проверить Face Orientation. Ну вот. Так. Выйдем из режима редактирования. Возьмем эту штанину. Нам надо выбрать только красные грани. Так. Tab.
мы выберем как раз по развертке. Так, тройка, выберем этот полигон. L по швам. Вот. Так, одна сторона выбрана. Этот L. И снизу то же самое. L. Все. Нажимаем Alt N. Flip. Все, он стал синий у нас. А, вот тут еще тоже вот выбрать L. Alt N. Flip. Все правильно. Сейчас у нас. Так, проверю, сейчас все открою. Так, все вроде пуговицы тоже синие. Все нормально. Так. Все ж, выходим из режима редактирования. Возьмем кубик опять. Tab. Один. Так, отключу эту штуку. Alt-Z, прозрачность. Так, начнем тягать точки. Сюда. Эту сюда. Так, стоп. Вот так вот. Эту вот сюда вот так. Эту пока вот здесь оставим. Эту чуть-чуть ниже. Там потом поправим. Как положено нам надо. Так. Это вот сюда. Надо даже, чтобы входило маленько в правую штанину. Оп, Ctrl-Z, Alt-Z. Так. Вот так вот. Теперь Alt-Z. Выберем эти точки. E. Доведем до этого места. Поставим пока вот так вот. Теперь А. С по Y. Вот так оставим пока. Так, отлично. Так, тройка. Этот полигон берем X face. Этот тоже X face. Alt Z. Так, давайте поделим его пополам. Здесь и здесь. Выберем полигоны Alt Z. Половинку полигонов выделим. X face. Включаем симметрию. Mirror. Клиппинг. Отлично. Теперь двойка. Потянем вот этот полигон сюда. Маленечко. А, стоп. Забыл, что мы по Y у нас симметрия. Чуть-чуть вот сюда потянем этот. Так. Здесь этот побольше потянем. Вот примерно до сюда. Единичка. Это сюда. Так, это единичку берем еще. Точку сюда. Так. А, ну, не тот полигон потянул, блин. Так. Вот этот и этот. Точку надо вернуть на место. Alt Z. Так. Сейчас я поправлю тут все. Эту сюда точку. Эту сюда кверху. Вот так вот, чтобы было. Так. Еще выберем вот эти две точки. Ой, три точки. И по Y сюда вовнутрь чуть вдавим. Вот так вот. Так, секунду. Здесь можно тоже вот эту точку опустить вниз. Так, пока оставляем так. А вот эту вот все-таки вот так вот надо сделать.
Ctrl-Z. Вот эту поправляем. Так, вроде тут ровно. Так, давайте резать. Так. И делать, как у нас должно быть. Так, здесь тоже разрежем. Сюда. Это сюда. Так, теперь двойка, этот люк возьмем, этот, сделаем bevel, так вот я думаю, достаточно будет. Теперь единичка, поправим, побольше загиб тут сделаем, тут нельзя уж больше, или вот сюда точку подвинуть. Так вот. Так, здесь поправим. Тут поправим. Так, здесь. Здесь вот сюда вот. Это сюда вот так поближе. Это наоборот вот сюда вот. Так вот оставим. Так, теперь. Нам надо порезать здесь вот, посередине. Чуть-чуть выдвинуть сюда. Вот так вот. Чтобы здесь, главное дело, скрывалось. Давайте единичку. Alt-Z. Эту точку исключим. Ctrl. Вот так вот. Можно еще маленько вот сюда. Да, где-то так примерно. Вот эту можно тоже... Оп. Так, что-то типа такого. Так, коленку нам надо укрепить. Так, двойка. Вот этот люк берем, bevel. Bevel чуть меньше, думаю, даже 2.04 и двойной. Вот так вот. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получается. Включим Subdivision. Так, вот этот двойка, вот этот полигон потянем вот сюда вот. Единичка это вот сюда точку потянем маленько. Так, тут у нас по ходу дела они... не соединяются. Так, отключу картинку пока. Возьмем. Так, отключим пока вот этот модификатор. Так, двойка. Вот возьмем вот этот люк. Вид сверху можно. И потянем вот сюда. Все, они соединились. Давайте снизу еще проверим. Все, соединились. Так. Здесь вот надо все-таки поправить вот эту точку. Единичка. Alt-Z. Вот эту. Маленько ее вот сюда вот. Чтобы она у нас входила в этот полукруг. Вот так вот. Так. Единичка. Alt-Z. Вот эту опустим. Вот сюда. Ну, что-то типа может даже вот так вот. Вот здесь давайте сделаем двойка. Вот здесь сделаем bevel. Вот так вот. Единичка. Alt-Z. Вот эту точку подвинем сюда по Y-ку. Эту тоже. Так вот. Эту можно поправить. Так. И очень узко у нас получается штанина-то.
Так. Давайте еще тогда вот здесь вот сделаем люп. Вид сбоку. Маленько сюда вот так расширим. Ну, вроде так должно быть. Так, включим отображение. Включим картинку. Что-то похоже маленько, да? Так, ну что можно тут еще? Alt-Z подергать вот туда вот еще. Так вот. Тут вроде все правильно. Ну, тут я маленько вот с самого начала не стал делать. Так, Alt-Z, ну-ка опустим ее вот сюда. В принципе, нормально получается вот так. Пойдет. Так. Штанина. Так, двойка. Возьмем вот этот. Маленько сюда вот так вот сместим. Так. Пойдет. Еще нам надо сделать складки. Отключим пока модификатор вот этот. Нам надо сделать складку. Так, включим Alt-Z. Прозрачность. Вот эти вот две складочки типа сделать. Так. Запустим сюда вот так вот. Отлично. Теперь единичка. И вот эти точки подвигаем. Эту сюда вот так вот. Эту сюда. Эту вот сюда вот. Эту и эту. Давайте вот сюда пока двинем. Так, ничего страшного. Так, теперь. Двойка. Возьмем вот этот луп. Сделаем бевел небольшой. Такой вот где-нибудь. Теперь нам надо... Так, тройка. Этот. Скорее всего, вот сюда вот маленько потянуть. Да, я думаю, вот этот тоже, вот этот потянуть, вот так вот. И вот эту двойка, вот этот edge кверху, вот так вот, тоже потянем. Так, единичка, вот здесь надо поправить, Alt-Z. Вот здесь штаны надо поправить. Еще одну складку надо сделать. Это тоже надо вот так вот поправить. Так, ну вот это посложнее маленько будет. Ну, также сделаем так. Сразу же точки подвигаем. Эту сюда. Эту сюда. Я думаю, хватит точек. И так должно получиться. Так, двойка. Возьмем этот люп. Делаем опять bevel. Теперь двойка. Вот это и вот это. Потянем в сторону. Вот так вот. И кверху. Не все. Вот эту только потянем кверху. Вот так вот. Отлично. Ну и надо сделать bevel, чтобы у нас эта геометрия не ушла никуда. Двойка. Это. Делаем bevel. Прям небольшой. Такой маленький. Так, включим отображение. Ну, похоже. Но не держит что-то края у нас. Так. Держит края маленько. Если внести сюда вот еще, вот так вот, еще один луп сюда и вниз. Тоже вот так вот сделаем. Вот уже что-то похожее.
Так, отключим пока эту вещь. Так, коленку надо сделать, я думаю, чуть меньше. Единичка. Возьмем вот эти точки. Вот так вот сдвинем маленько. Даже и вот эти, мне кажется, надо маленько сдвинуть. Конечно, я не видел скульптуру. Может, там по-другому. Ну, пойдет так. Так, оставляем. Еще вот эту точку надо подвигать. Вот эту. И вот эти вот. Вот так вот. Вот так. Ну что ж, я думаю, нормально получается вроде. Так, выходим из режима редактирования, применяем модификатор зеркала, включаем отображение Subdivision, вроде нормально. Так, ну и применяем его тогда. Теперь Tab. Много лишней геометрии. Двойка. Этот люк берем Ctrl-X. Ну, а эти пускай остаются вот эти вот здесь. Они должны у нас здесь быть. Здесь я что-то никак не разберусь. Может быть вот этот. И вот этот. Ctrl-X. Ну и вот здесь посередине. Ctrl-X. А. Так. Это Ctrl-X. Вот так вот. Ну-ка, если я включу сейчас еще один Subdivision. Вроде все правильно получается. Так, отключим. Теперь нам что надо сделать? Нам надо здесь закрыть дверь. Ой, дырку. Так, отключим картинку. Ну вот. Здесь такая вещь получается. Я, конечно, сейчас уже ее не поправлю. Вот на этой картинке тут, кстати, тоже почти так же. Так, поэтому... Давайте оставлять так. Можно, конечно, что еще сделать. Так, по X симметрию включить и вот эту двинуть сюда, эту сюда, вот так вот. А эту вот сюда, вот так маленечко. Единичка, эту сюда двинуть. Так. Ну или этот тогда сдвигать еще. Да тут уж некуда вроде. Так, оставим пока так. Так, ладно, будем закрывать отверстие. Так, эту скрою пока. Ну, тут все просто. Так, сразу давайте сделаем развертку. Двойка, посередине, Shift-Alt, снизу тоже посередине, Shift-Alt, правой клавишей мыши, Mark Sim. Теперь двойка, Shift-Alt, эту возьмем. E, S. Так вот сделаем. Отлично. Теперь эту часть сейчас прям сразу же Face Green Fill. Все закрыли. По барабану как тут нам не, это даже не интересно. Теперь двойка. Вот здесь сделаем Bevel. Небольшой вот такой вот. Вот так вот. Отлично. Двойка. Возьмем этот луп. Правой клавишей мыши Mark Sim. Так, идем. Сюда. Тоже выбираем этот луп. Е, С. Маленько вот так вот.
Так, давайте сделаем S по Y. Так, потянет. Тоже Face Green Fill. Даже пускай так будет, ничего страшного. Теперь здесь берем тоже двойка. Вот этот луп берем. Делаем bevel небольшой. Вот такой вот где-нибудь. Отлично. И берем вот этот луп. Правой клавишей мыши Mark Sim. Все. Так. Давайте попробуем все это развернуть. Зайдем в UV редактор. А. Unwrap. Все развернулось. Так. Что-то кое-что посмотрю. Тут у нас стоит такая, хорошо. Так, выходим отсюда. В принципе, штанина развернута. Я не знаю, вроде, мне кажется, нормально. Так, покажем другую штанину. Посмотрим, все ли у нас тут входит. Маленечко здесь вот промах. Так, tab. 1, Alt-Z, возьмем вот эти точки, включим пропорциональное редактирование, Alt-Z. И по эту, так, вот по эту потянем вот так вот, чуть-чуть сюда, сюда вот так вот. Так, теперь единичка. Нам вот эту надо еще потянуть. Вот сюда в бок. Ctrl-Z. Нет, не эту. Вот. Вот эту, скорее всего, вот эти вот. В бок чуть-чуть так потянем. Ctrl-Z. Так, включим симметрию по Y. Вот так вот. Теперь. G, Y и круг меньше делаем. Так вот. Надо подровнять здесь маленько. Ага, вот так потянем. Так. Alt-Z. Возьмем вот эту вот. Всю. И S по Y. Так, Ctrl-Z, S по Y и вот эту. Вот так вот видно. Так, ну что ж, вроде что-то получилось. Это, конечно, так, отключим симметрию тут на всякий случай. Вот это, я думаю, тут лишнее. Двойка. Вот это. Ctrl-X. Опа. Сейчас-то уже, да. Сейчас уже ничего не сделаешь. Мы тут заделали дырку-то. Ну, давайте так. Не буду трогать. Пускай так остается. Нормально. Так, выходим из режима редактирования. Все у нас тут нормально. Кликаем на штаны. Ctrl-J. Вот они у нас объединились. Наши штаны. Так. Покажем все наши предметы. Так. Возьмем кольцо. Создадим для него новый материал. Дадим имя ему. Я напишу map. Циркулы. Так. ВС. Ну, это Wooden Sculptor 0.1. VS 0.1. Так, подтянет.
Цвет дадим желтый ему, чтобы нам здесь хотя бы видеть, что у нас. А, я не тому выбрал-то. Ладно, выберем кольцо. И вот этот материал назначим. Вот. Так, штаны возьмем. Так, удалим этот материал. Штанам новый. Map. Pants. Так. VS 01. Штанам красный дадим. Так, отлично. Возьмем подставку. Так. Новый. Map. Base. VS 01. Пускай будет какая-нибудь ближе к коричневому такому. Так. Пока здесь все. Еще нам надо ногу нарисовать. На картинке здесь нога. Вот эту ногу нам надо нарисовать. Так. Перейдем в этот режим. Так. Я думаю, ногу я объединю с телом в материал. Поэтому штаны можно сейчас сделать развертку уже. Так, зайдем в UV-редактор. А. Unwrap. Ну, в принципе, тут особо нечего трогать-то. Тут больно-то ничего еще и не сделаешь. Крутить, вертеть. Так. S. Так, чуть поменьше. Это сюда подставим. Вот так вот. Эту сюда. Эту сюда маленечко. Эти вообще по барабану. Это затычки, можно сказать. Так вот расставим тут все. Ладно, потянет так. Все, развертка для штанов готова. Shade Smooth. Нормально. Так, а этому кубику Shade Smooth. Тоже нормально. И пуговкам. Так, строю картинку. И пуговкам Shade Smooth. Все. Вот они у нас все получаются тут. Все неплохо смотрится. Так. Давайте приступим. Будем рисовать эту ступню. Так, давайте добавим в сцену кубик. Кубик. Tab сразу. S. Делаем его маленьким. Сюда. Еще S. Включим отображение картинки. S. Сюда поближе. Alt Z. Точки. Сюда подведем. И так и будем вести. Вот до сюда. Вот так вот. Отлично. Теперь A. S. По Y. Там дальше посмотрим, что у нас будет получаться. Так. Здесь давайте порежем пополам. Оп, Ctrl Z, Alt Z, прозрачность. Вот так вот чуть-чуть. Вот сюда даже я бы сказал. Теперь еще порежем пополам. Вот здесь. Эти вот сюда. Вот, вот так вот. Эту вот сюда. Сейчас посмотрим, что получится. Так, возьмем вот эти точки. Е. Тоже подвигаем их. Е. Тоже двинем вот так вот. Е.
Это вот сюда вот так. Это вот сюда. Здесь порежем. Двинем тоже вот так вот. Ну и здесь на всякий случай порежем. Так, что-то типа такого у нас получается. Чтобы у нас вот этот уголок сильно не отошел, двойка. Возьмем вот этот луп. Тут он не берется, надо вот этот еще взять. Edge. И сделаем bevel. Вот так вот маленько. Вот так. Теперь нам надо что сделать? Не знаю, как там на картинке. Вот плохо, что я не могу в профиль посмотреть. Так, ладно. Вид сверху. Один. Давайте уже маленько от себя добавлю. Вот эти. Нет, надо здесь вот еще один луп делать. Вот сюда вот. Вот сюда вот так вот. Так, двойка. Вот этот луп возьмем. S по Y. Вот так вот чуть-чуть расширим. Теперь вот этот луп возьмем. S по Y. Тоже вот так расширим маленько. Типа что-то такого. Один. Так. Симметрию по Y, Alt-Z, эту сюда, эту вот сюда маленечко вот так сделаем. Так, симметрию отключим. Теперь эту, не, вот эту сделаем вот так вот, как у нас нога выглядит. Да, вот так вот. Еще давайте порежем пополам. Вот так. Отлично. И вот эти вот точки. Раз, два, три. Двинем чуть вперед. Так. Так, двойка. Вот эту повыше вот так сделаем. Здесь, наоборот, вот эту и вот эту кверху. Вот так вот. Что-то типа этого. Эту и вот эту назад. Так. Так. Вот. Ну и единичка. Это и вот это кверху. Вот так вот. Вот эту можно сюда. Слишком сильно. Эту можно тоже сюда вот так. Нет, эту лучше не трогать. Так. Давайте добавим модификатор. Subdivision. Такая вещь у нас пока получается. Так. Alt-Z. Ну, по картинке вроде все правильно. Только вот это место нам надо укрепить. Так. Возьмем loop cut. И вот сюда вот, вот так вот добавим. Отлично. Давайте вот эту точку еще попробую сдвинуть. Вот так, маленечко. И вот здесь тоже. Так вот. Ну, я считаю, получается вроде неплохо. Так, ну-ка, а эту... Вот эту, если эту... Не, лучше не трогать. Так. Теперь давайте взять все, а... И подвинем в штаны. Вон туда вот. Да, где-то так примерно. Вот эти вот еще две точки. Не две, а четыре. Раз. Четыре. S. По Y. Вот так вот. И маленько кверху. Так. Ну, вроде нормальная нога получилась.
Так, выйдем из режима редактирования, применим модификатор. Так, shade smooth. Вроде что-то похоже. Так, надо сделать развертку сразу. Tab. Скроем штаны. Двойка. Возьмем вот этот луп. Правой клавишу мыши. Mark Sim. А эту мы разрежем вот по этой части. Так. Вот по этой вещи. Раз. С этой стороны два. Идем. Так. Нет, лучше не так. Выше вот этот возьмем. Так, Ctrl. Оп. Теперь здесь Ctrl. И здесь Ctrl. Оп. Вот здесь. Так, вот. Ctrl. Так. Правой клавишей мыши. Mark Sim. Не знаю, вот это должна развернуться-то, в принципе. Ну, давайте еще вот так разрежем на всякий случай. Здесь, здесь и здесь. Вот так вот. Правой клавишей мыши, Mark Sim. Все. Так, зайдем в UV-редактор. А. Так, оп. А. Unwrap. Ну, все разложилось, потянет. Давайте добавим еще Subdivision, чтобы такая более покруглее она была. И применим этот модификатор. Apple. Все. Ну, давайте назначим сразу же материал ему. Новый материал. Map. Map. Оп, русские буквы включились. Map. Так, как у нас? Body будет. Body. Все к телу будет относиться. И тоже VS01. И цвет дадим светло-коричневый. Так, проверим. Картинку скрою пока. Вот все. Вот такая вещь у нас получается пока. Так. Ctrl-S. Ну что, думаю, на сегодня пока хватит. В следующий раз будем рисовать тело. И то я не знаю, за сколько видео сделаю. Посмотрим. Так уж вроде стараюсь. Особо не получается. Так. Нормально. Так, пока. Ну, он, конечно, Subdivision. Не, Subdivision не буду делать, наверное. Потом сделаю, если что. Так, ладно. Ну, ноге точно не надо Subdivision делать. Мы ее в последнюю очередь приделаем. Так, возьмем ногу, дадим имя. Foot. 0001. Потом ее, потому что будем приделывать к телу. Так, ну вот, в общем-то, все пока на сегодня. Надо записаться. Ctrl-S. Советую записываться почаще. Всякое бывает. Сейв как? Вот у меня еще есть здесь такой же. Нажимаем плюсик. Сейв. Все. То есть два раза записался. Ну, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.